До слова запрошується наша шановна зіркова гостя. І я впевнений, ви зараз зустрінете оплесками. Балерина першої солістки Національної опери України пані Ганна Муравцева. Всем доброе утро. Я хочу поблагодарить за такую инициативу. Мне кажется, это очень важно и нужно привлекать внимание в нашей стране к нашим друзьям меньшим. В прошлом году артисты Национальной оперы Украины делали благотворительный проект с бездомными животными, фотопроект. И это привлекло большое внимание, и мы помогли найти ни одной собачке, кошечке новую семью. И поэтому я считаю, что наш долг поддерживать и привлекать внимание к таким проблемам, которые есть в нашей стране, и их нужно решать и законотворчески, и вот инициативами таких людей. Поэтому спасибо вам большое. Анна, спасибо огромное вам. Я бы также хотела приоткрыть небольшой секрет, потому что Анна не только приехала поддержать наш рекорд и поддерживает инициативу, но и согласилась принять участие. Мы еще параллельно реализуем один проект. Это необычный календарь собаки в профессиях. То есть собака – непосредственный участник какого-то процесса. Вот у нас будет по теме балета. И Анна любезно согласилась стать его участницей. Спасибо вам огромное от всего сердца. И вам спасибо большое. И очень часто, кстати, животные присутствуют и на сцене во многих спектаклях. Не у нас в стране, но вот на многих сценах мира. Нам есть к чему стремиться. Да, конечно. Вот. И я надеюсь, что такие инициативы будут привлекать к этому внимание, чтобы животным нам с нами, с людьми комфортнее жилось. Так, спасибо вам огромное. Спасибо. Дякую. До речі, ви згадали, що на багатьох сценах з'являються тваринки. У нашому чудовому спектаклі Національного театру імені Івана Франко у спектаклі «Незрівняна», де головні ролі грають Анатолій Хостіков та Наталі Сумська, саме з'являється собака. Собака-лабрадор, яка є повноцінним актором у цій виставі. Куди ж без них? А як же?